Руководитель департамента информационных программ ОТВ стала заслуженным работником СМИ Челябинской области. Оксана Шевченко первой в регионе получила почетное звание. Постановление подписал глава региона Алексей Текслер. В СМИ Оксана Шевченко работает уже 20 лет, из них 13 в медиахолдинге ОТВ. Начинала с должности регионального редактора, а почти 5 лет назад возглавила самый крупный департамент информационных программ. Это те редакции, которые каждый день рассказывают южноуральцам о самых важных и интересных людях и событиях области. Совершенно показательно, что первое звание получила журналист-представитель ОТВ, да? Потому что это правительственный холдинг, один из самых уважаемых холдингов. На самом деле, во-первых, ее, конечно, самое сердечное поздравление Оксане. Она первая, как Гагарин в этом смысле, да? И, конечно, всему коллективу ОТВ, потому что вот эта награда всем за вклад и в социальную проблематику области, и в политическое развитие области. В этом году медиахолдингу исполнилось 15 лет. Сейчас он крупнейший в регионе. В него входят 2 телеканала, 4 радиостанции, 3 интернет-издания. Добавлю, что ОТВ стал первым телеканалом в области, который перешел на вещание в формате высокой четкости и выиграл 21-ю кнопку в третьем мультиплексе цифрового вещания.